я с вами Шевили, и мы играем в очередную игрушечку. Блин, что-то я не пойму только, что мы делаем. Что мы делаем? Ну, тут какие-то есть. Ты знаешь, как еду? По крайней мере, здесь пропуск. Ну, это обучение. Секретная правительственная база. Здесь, короче, его толком будет. А, кстати, это возможно... платформер. Вообще платформер, возможно. Так, ухи, поехали. Сейчас, я ничего не помню. Я так счастлив, что ты живешь. Мы делали кое-какие, значит, улучшения в ваших генах, чтобы дать вам контакт. Поздравляю, агент Джек, ты герой. Мы должны остановить печенье мутантов. Ну, давайте будем действительно иметь дело с ментальными. Это были изделиями, которые вообще не знают, что такое. А, вон, смотри. Ну, типа ты прыгаешь, короче, прыгун какой-то. Отлично, что это все время лучше вообще отлично. Ну, все. Постараюсь бежать с обоими помощниками. Смотри, как Макс Пейн там. Ага. Ну, прикольно, кстати. Такой, знаешь, Макс Пейн. А, типа он просто бежит. А, он не останавливает себя, когда он его бежит. Так, давай, здесь ничего не видно. Глава первый, этап первый. Ну, давай. Так, выше замедлен, так прикольно. Не будет, он просто вперед. Ну, быстро проходит. Ну, просто здесь надо собирать очки какие-то. Меня что шипануло? Блин, меня завозило. Да, блядь. Ну ладно, как это. О, ладно, фиг с ним. Ладно, погнали. Третий этап. Может быть, здесь ограниченное какое-то количество надо печенье собрать из мутантов. Ну там другие были печенье мутанты. Этап первый. А, два первый, этап первый. Все третий. Печеньки. Ну понятно, нужно собирать, не нужно. Не попало, смотри. Ох, успел убить, может я все не убил, но у меня не убил 100%. Ну, только печенье, короче, это там. Жаль, оружие не надо взять. Это не надо. Yes. Так.
кто я не весь будет так сложно без пройти. Последний босс. Итак, босс. Итак, босс. Ну, в принципе, похуй так. Это... Ну, надо босс. Почти. Просто все прошло. Где там босс? Ух ты. Так, короче, на ветке совсем делать этот босс. Тут босс продается, ну? Угу, ну, вот тут. Смотрите.
Отличная работа. Первые карты собрали. Глава вторая пройдена. Короче, что-то можно... Типа у меня здоровье улучшается. Ну, тут за деньги все обычно. Ну, ладно, пусть. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Сюлюбин. До встречи. Пока.